Мистер Хархун, проснитесь. Вы опаздываете на свой вакейшн. Мистер Хархун, откройте глазики. Проснитесь, мистер. Еще рано. Нет, уже поздно. Нет. Вставайте, вставайте. Второй мистер Хархун, ты чего оборзел здесь? Мр? Что мр? Мр. Если бы мы летели с детишками, мы бы зашли сюда и купили бы конфетки там. Но мы едем сами. Что ты потерял? Меня? Continue on to US 93 South. Мы доехали до каньона. 4 часа ехали. Как хорошо идти своими ногами. Правда, мы пошли на впростыть. Видите, как прыгает, как горный олень. Сейчас посмотрим, что это за каньон такой. Я думал, что это чат выключится, не включается. Я выключил, закрыл кран.
и выключил эту тумблер, а он не перестает качает и качает и качает. Я выключил этот большой электрический, о чем он питает, кто узнает. Не ешь пирожок.
даже Apple закрылся в связи с коронавирусом. Но реклама всего продолжается. American Eagle вон закрытый. Lego закрыто. Stands закрыто. Gap закрытый. Яблоко закрыто. Все закрыто. Ну не все. Я не знаю по каким признакам, но кто-то открыт, кто-то нет. Вон. До 27 марта. Но все кафешки, рестораны здесь открыты. Почему? Мы на крыше. Уезжаем с чемоданами, а уезжать нам нужно было завтра. Все потому, что весь Лас-Вегас, не Лас-Вегас, вся Невада, решили закрыться. Все отели, всех людей выселяют, все магазины, все рестораны закрываются, абсолютно все. Остаются только продуктовые магазины для местных людей. Вокруг не души просто. Красота такая, что я не знаю, как это описать. Лепи снежную бабу, да? Не в меня! Смотрят они.